соревнования кузнечиков, кто выше залезет, тот и победил. Некоторые пытаются прыгнуть, он будет, это он не получается, только именно лезть надо ползти и выше. Так, предпоследний. Вот самый огромный наверху. Ну, сейчас трекочет. Выше уже. Только оса хочет сесть. А этот хочет стать лидером. Все выше, выше залазит. Без ноги. Летучий. Вот без ноги. Паралимпийские игры. И достаточно резвее, чем те двухногие. Второе место. Второе место. Победитель. Аутсайдер. Можно это не затяжку как-нибудь? Вне соревнования всякие пчелы и осы. Ну все, он решил добраться. Нифига себе, его второй догоняет. Тот, что тоже крупный, но не такой. Сейчас обгонит, а этот падает. А почему мало? Что такое мало времени? Мало времени, это значит поздно переданы документы. А кто вам передавал? Сам скалолаз, вот они уже почти рядом. А этого быть не может. После 1 апреля вам должны были передать документы на бухгалтера. После 1 апреля нам передали банковские выписки и больше ничего. Упал чуть. Значит, председатель вам, бухгалтер, не предоставили документы до последнего момента. Как это последний момент? Значит, так, когда вам передали? Я могу сказать, что 15 числа было назначено первое собрание. Рабочая версия исполнения сметы нам была предоставлена 11 числа в 8 часов вечера. За 4 часа, за 4 дня до собрания. Это единственный документ, это они все были важны. За две недели. Это все зрители, публика. 24 числа вообще. Ну, вы же понимаете, что мы здесь не находимся. На заднем фоне. 24-го же мая, это не дал, а не июнь. Так, тактика обогнать того, полезть по шву дерева. Год закончился. В декабре, в марте, максимум в апреле должны быть передаваться документы в ревизионную комиссию. Я могу дать сейчас сказать, обгонят. Улетел, хотел все. Лидер упал. Новый появляется, новый лидер. У ревизоров при сегодняшней проверке возникли разногласия именно из-за того, что не было достаточно времени ознакомиться со всеми документами. Стрекочет. Вот. И эти разногласия были... Вот, фанфары победы. Вот, но тем не менее проверка проведена. И этот упал.